18 января на Волгоградскую область обрушились сильный снегопад и ветер. Стихия практически парализовала движение по федеральным и региональным дорогам. Днем на трассе Волгоград-Саратов-Сызрань образовалась 13-километровая пробка из нескольких сотен грузовиков, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. Из-за метели груженные фуры не могут преодолеть подъем, большие грузы буксуют на месте. Дорожные службы не справляются с расчисткой проезжей части, они уже попросили помощи в виде тяжелой гусеничной техники. На месте работают дополнительные экипажи ГИБДД. В пресс-службе администрации Волгоградской области сообщили, что в минувшие сутки региональные и муниципальные дороги от снега и наледи расчищали и обрабатывали противогололедными реагентами 445 ПЦ-машин. Региональные власти попросили ГУ МВД закрыть въезд фур в Волгоград из-за метели. Временное ограничение движения, оно будет действовать до наступления благоприятных погодных условий, коснется только грузовиков, имеющих допустимую максимальную массу более 3,5 тонны.